Виталий, мы сегодня мы играем в Dial Kitchen. Ну, я знаю эту игру. Тут надо ухаживать за своим котиком. Так. Ну, тут вот такие. Черно-белый, рыжий и серый. А какой вам котенок нравится? Вам? Давай черный. Я всегда черный беру, потому что... Дотронься это котенка, и он придет к тебе. Окей. Обучение. Привет. Погладь своего котенка, он будет счастлив. Этот маленький дружок голоден, дайте ему немного еды. Надо вот так сделать. У-ху! Ой. Ой! Надо попасть в миску. Ай! Ну, обычно я на планшете играла и привыкла, а тут нет. Так сойдет. Угу. Это завершено. Так, лежат такие изумрудики. Он действительно хочет какать. Что такое? Она идет в туалет. Да, тут неприятно будет немножечко. Немножечко неприятно. Фу, какая какашка. Вот. Можно иметь двух котенок, но для этого нужно 100. Сейчас обучение закончим. Поиграй с ним мечом из шерсти, он будет очень доволен. Вот. Та-дам! Та-дам! Так. А, это типа видео посмотреть, чтобы получить. Yes. Хай-я! Побежал, побежал. Давай! Сколько клубочков? Хе-хе, такая баночка. Стой, стой, стой. Так, вот. Прыгает, скачет. Все. И такой ждали, когда он там. Ну ладно, уже все. Окей. Сейчас дождемся. Угу. 5 сюня. И денежки. Фу, твой котенок кажется грязный, искупай его. Купаем. Вот. Сначала этим мыльцем. А потом шлангом. Вот чистый. Он очень устал. Прикоснись к своему котенку, ты можешь играть. Во сне, там. Вот. Немножечко поиграем. Если кто-то хочет скачать эту игру, скачайте. Да, я знаю. Теперь вниз. Вниз. Обучение. Китти, китти, китти. Маленькая китти бежит. Опачки. Ой. Не допрыгнул. Тут можно вторую игру, но может следующий раз. И можно сделать вот это. Второй уровень. С 11 упадут монеты. Он проснулся. Окей, тут открыто. Это магазинчик. Одежда. Ну тут понятно, можно одежду покупать. Накопим, что-то купим. Ага. Вот вторые котята. Вот тигр. Белый. Черный, такой как мы, такой рыжий, мне он, кстати, нравится, такой серый, и вот такой, он старше всех, кажется. Пишите в комментах, кого в следующий раз купить за 100, изумрудов, я уже запуталась. Так, имя, это уже у нас котик, по-русски получится. Черныш. Окей. Все. Забирайте. Тут задание у нас. Тут мы можем крутить. Когда 5 есть.
И что у нас? Что? 10. Как всегда. Ладно, я вам показала эту игру. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждите продолжения. С вами была я и мой котенок Черныш. Всем пока.